У тебя заниженная самооценка? Было, долго было. Сейчас, я думаю, нормальная. Но я оставила себе те комплексы, которые меня развивают. Все равно сомнения. Угу. Хотя Каббала говорит, что сомнения плохо, а я сомневаюсь. Потому что мне для творчества нужно сомневаться. И иметь правильную оценку, что сегодня я там промах дала, или там устала так, и лучше ничего не буду делать, чем буду делать что-то, как говорила великая Раневская, кое-что в вечности. Поэтому, да, говорила. Да, вот я решила, что я где-то так должна себе передышку дать, но я адекватно оцениваю все, что я делаю. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».